Теперь о спецоперации по освобождению заложников в столице Афганистана. Не менее 5 человек, в их числе граждане США и Индии, погибли в захваченном боевиками кабульском отеле. Это предварительные данные полиции, они еще будут уточняться. В среду вечером талибы заняли гостиницу «Парк Палас», которая пользуется популярностью у иностранцев, приезжающих в Афганистан. В руках боевиков оказались полсотни человек, включая персонал. Афганские силовики оцепили здание и после заката пошли на штурм. Сообщается, что перестрелка длилась несколько часов. В итоге 45 заложников удалось спасти.